Первое украинское противодронное ружье, зенитная установка с ракетным каналом и беспилотник-невидимка, который практически не фиксируется радарами. В столичном выставочном центре проходит выставка «Оружие и безопасность», основная цель которой – развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Для Украины производство оружия и военной техники – это не просто значный и важный сегмент экономики. Це захист нашої свободи і незалежності. Ми були змушені організувати випуск самого широкого спектру зброї та військової техніки. Від пістолетів, автоматів, кулеметів, мінометів до потужної бронетанкової техніки та сучасних і ефективних ракетних комплексів. На выставке представлены индивидуальное вооружение и экипировка солдат и правоохранителей, а также техника сухопутных войск и пограничников. Украинское предприятие «Мотор Січ» привезло новые агрегаты для боевых вертолетов. Выставка довольно эффективная с точки зрения интереса, с точки зрения общения с людьми. В секции авиации свои разработки демонстрируют и харьковские промышленники. Мы на сегодняшний день подписали контракт ФЭД вместе с «Прогрессом» на поставку нашей новой разработки для двигателя, который «Прогресс» будет вместе с «Мотор Січ» изготавливать для иноказчика. Срок выполнения контракта – это первое полугодие 2018 года. Сумма контракта вот, порядка 5 миллионов долларов. Также в планах харьковчан стать партнерами Airbus, одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире. Речь идет здесь о двух самолетах. О самолете АТР-42 и самолете АТР-72. Поставлена задача сделать укороченный взлет и посадку для этих типов самолетов. На Украине имеется большой опыт в этом направлении. Этот опыт мы предложили и презентовали для использования на Airbus. В целом, свои разработки на выставке представляют порядка 300 компаний из 13 стран. Работать экспозиции будут до вечера пятницы. Елена Нагорная, медиагруппа «Объектив».